Всем привет, друзья! С вами Кякс Нарубзи! Добро пожаловать в Гартен оф Банбан 6! Да, друзья! Игра вышла буквально несколько секунд тому назад, а разработчики дали мне ключик заранее, поэтому вы можете посмотреть прохождение первые в мире. Поэтому, ребята, я очень прошу каждого из вас прямо сейчас поставить лайкусик, подписаться на канал, а мы с вами погнали! И я первый раз сейчас буду смотреть, и что это такое? Это больничная палата для родителей, ищущих своего пропавшего ребенка. Время — дело тонкое. Нажми на часы, чтобы провести время. Так, это мы помним. Защитить королеву, защитить Скипетр и спрятаться. Какие-то задачи. Так, у нас добавилась какая-то конфета на стойке. Выполнить два задания. Но не защитили Скипетр? Под вопросом. Что происходит? Обвели вокруг. Ребята, начинается! Прохождение Garten of Banban 6. Первый в мире! О, здорово. Привет, шериф. Так, мы спустились по лифту. Мысль о том, что может происходить на этаже выше, приводит меня в ужас. Представьте, что сотни разъяренных животных наконец-то вырвались на свободу, и только одна вещь способна дать им покой. И это заполучить тебя и твоих друзей и их похитителей. Ага. Я не собираюсь приукрашивать. У нас большие проблемы, партнер. Окей. Мы не можем оставаться здесь долго, если только ты не хочешь, чтобы тебя проглотили целиком с острыми зубами, чтобы легче было переварить. Я не хочу. Эй, Стингер Фрин, ты почему здесь валяешься? Удерживайте shift для спринта. Так, наш квадропуптер есть на месте. Все отлично, что у нас здесь и валя... Опачки. Это мне нужно. Карта от 5-го этажа. Я пока не знаю... А, все, я вижу, куда ее использовать. Нам нужно... явно нажать на эту кнопку. Так, шериф, пригнись. Шериф, пригнись аккуратно. Квадропуптер мой летит. Квадропуптер, мне кажется, застрял. Так, нам нужно сначала направить его, наверное, туда. Чтобы он полетел. Да-да-да-да-да-да, все правильно. А теперь нажать на вот эту кнопочку. Давай, прямо на кнопочку. Все как раньше, все как мы любим. Хорошо. И активируем комнату. А еще, друзья, я хочу рассказать максимально важную информацию. У меня открылся официальный магазин Robzi Shop по ссылочке в описании. Вы можете покупать гемы в Бравл Старсе, робуксы в Роблоксе и в других играх. Вам нужно зайти в каталог, выбрать игру, оплатить, и вам задонатят то, что вы хотите. Максимально честно, быстро, выгодно и надежно. Ссылочка в описании, Robzi Shop, я сам там покупаю. Ну, ребята, начало положено. Вы это слышите? Это наш билет отсюда, партнер. Вы слышали этот смех? Чё это за фигня? Так, здесь ничего не нажимается, эта дверь не открывается. Так, мы отсюда уходим. Все, я побежал. А ты со мной идешь? Надеюсь, сейчас не будет сразу какой-то экшен жесткой сцены. Идите за мной. Я знаю место, где мы можем устроить ночлег. Хорошо. Он не самый красивый, но, по крайней мере, не занятый. Окей, почему такая огромная территория? Тостер, ты куда меня ведешь? Там очень темно, я вообще нифига не понимаю, где мы находимся. Там вот вообще темнота. И куда мы идем? Какая-то заброшенная аллея. Что? Пойдем, мы не можем оставаться в темноте. Идем к тому свету. Какому нафиг свету? Какому свету? Что происходит? Куда я иду? Я вообще не понимаю, все темно. Я вижу только впереди какой-то свет. Так, я могу прыгать. Что происходит? А! Кто? Фу, теперь мы в безопасности. Какого фига здесь происходило? А, вырубился свет? А почему мы были не в безопасности? Что находится в этой темноте? Стрелка указывает туда. Как же я не скучаю по этому месту. Посмотри, там что-то... там что-то появлялось. Здесь я нашел убежище после того, как ваши бросили меня. Много холодных, одиноких ночей было проведено здесь. И я хотел бы забыть. Что забыть? Подожди, дружище, я хочу посмотреть, что здесь происходит. Меня нашла королева Биттергиру и другие. Я был настолько глуп, что позволил себе проверить, что все может наладиться. Но вот я здесь, в самом начале. Это самое начало. Как я уже говорил, нам нужно как можно раньше достать Скипетр королевы.
Окей. Это единственное, что может позволить нам вновь задержать шалунов и закрыть за ними дверь. Шалуны! Мы хранили его в этой комнате вдали от всех, кто мог бы до него добраться. Надеюсь, что он нам больше никогда не пригодится. Ну вот мы и здесь. Дверь открывается, если активировать 4 переключателя, разбросанные по разным секторам на этом этаже. Шалуны презирают свет. Пока вы находитесь в защищенном помещении, вам ничего не грозит. Ага. Первое, что вы должны сделать, это найти способ безопасно добраться до других секторов. Надо осмотреться. Окейшки, я тебя понял. Так, найти способ безопасно перемещаться в темноте. Так, подожди, кассеты? Кассеты у нас пока что нету. Так, Нап-Нап, Квин Банселия, Слоу Селин, Джамба Джош, Бамбалина, Бан-Бан, Апила Бёрд, Капитан Фиддлс, Сингер Флинн, Шериф Тостер и Нап-Налина. Так, это из прошлой серии. Так, смотри, здесь еще есть какие-то стрелки, и они мне куда-то... Подожди, это что такое? Шляпа мне нужна, коллекционная шляпка. Так, подожди. По идее, мне кажется, можно как-то забраться вон туда. Так, это у нас ремонтная мастерская для нашего квадрокоптера. Здесь есть какой-то дом, и, возможно, что-то валяется за вон теми кустами. Надеюсь, там нет никаких шалунов, которые меня сейчас сожрут. Ну... Опа. О-о-о, ребятушки, вот это да. Кстати, у вас здесь на экране сейчас будет перевод. Они должны заплатить, Так, я что-то нашел. Так, я нашел какой-то секретик. Как всегда, ребята, мы потом будем... Я видел, как ты копался в кустах. Ты что-то нашел? Да нет, не особо ничего не нашел. Так, ограничение скорости. В этот дом, я так понимаю, попасть невозможно, да? Может, что-то еще... То есть, подожди, в кустах есть секретики всякие? О-о-о, вот это мне нравится. Вот это мне нравятся всякие секретики. Ладно, я пошел сейчас заберусь по вот этим трубам, посмотрим, что там находится сверху. Я пока без понятия, куда, где и что идти, потому что, ребят, я еще сам в этой игре толком ничего не знаю. Я первый раз прохожу. У-у-у, наконец-то я понял, как сюда запрыгнуть. Вот, на эту трубу, потом вот сюда, и тогда можно выше. О, боже мой. Короче, ребят, вы сейчас смотрите... А я могу туда допрыгнуть? По идее, да... Да, допрыгнул. Вы сейчас смотрите это видео, а когда игра уже вышла... Осторожнее там. Да хорошо! Хорошо, осторожнее. Я и так осторожней. А я ее записываю, когда игры даже еще нету в Стиме. Так, подожди. Опа. И что я забрался сюда? И что здесь находится? Это что... Это что за... Подожди. Это что такое? Подожди, это что такое? Что ты такое? Что за балерина? Тихо. Я не могу двигаться. Меня что-то убило? А что меня убило? Подожди, зачем я... Почему я сюда залез и почему эта штука меня убила? То есть я полчаса пытался забраться наверх, чтобы меня завалила вот эта вот фигня. Это было очень странно. И где я сейчас? А, подожди, я опять здесь. Подожди, теперь книга. Ты чувствуешь себя странно. Подожди, только что здесь были шестеренки. Я не могу взять книгу, а этой штуки больше нету. Подожди, какая-то койка. Ведро. Чайник. Подожди, я открыл... А что я открыл? Опа! Вот эти штуки, я же их подбирал! А, теперь твоя игрушка имеет свет. А, я нашел еще две шестеренки! Так, а эту дверь я не могу открыть. Там что-то есть за этой дверью! Подожди, мы можем... Нужна зеленая карта или желтая карта. Короче, нужна какая-то карта, чтобы сюда потом вернуться. Я забрал еще только что две штуки. Значит, теперь твоя игрушка имеет цвет. Подождите, то есть мой квадрокоптер теперь имеет подсветку? Так, я должен отсюда спускаться, я так понимаю. Вниз. Посмотри, там... Там Бамбалина стоит! Серьезно? Так, подожди, сюда я попасть не могу. Пока я не активировал эти все штуки... Бамбалина, смотри, ребята, Бамбалинушка здесь. Здравствуйте. Так, привет. Привет, Бамбалина. Эй, партнер, ты случайно не знаешь что-нибудь о том, кто обманывает других и держит заперти? Нет. Эта дама утверждает, что кто-то похитил ее и держал в тюрьме. Некоторое время, но ей удалось сбежать. Я не успел их рассмотреть. У меня такое чувство, что преступник невероятно умен и хорош в своем деле. А еще он очень красив.
А он про себя говорит! Это он же их ловил. Я этого не говорил. Моя интуиция никогда не ошибается, и что-то подсказывает мне, что он очень красив. Это же он ее поймал! Но вы пришли по адресу, мисс. Здесь пока безопасно. Рой поймал. Мои ученики — моя ответственность. Я не могу преподавать без полного списка учеников. Директор школы очень разозлится, если я этого не сделаю. Мы должны найти виновного. Но сначала надо позаботиться о том, чтобы остаться в живых. Как насчет того, чтобы отправиться в сектор введения и найти первый переключатель? Я прикажу доставить сюда Стингер Флина. Мисс Мейсон, вы, похоже, через многое прошли, и нам нужно, чтобы все оставались сосредоточенными. Ее зовут мисс Мейсон? Ее зовут мисс Мейсон. Только бы мы выжили. Окей. Следуй за светом, вымыть столбами, используя игрушку для безопасной транспортировки. Ага, подожди. Игрушку можно настраивать, используя верстак. Это хорошо, видите, подсветка появилась. Вон, два светодиодных фонарика. Так, нам пока что нужно идти сюда. То есть я могу направлять квадрокоптер вот сюда. Ага, и у него есть свет. То есть если я стою там, где свет, все хорошо. Если света не будет, мне будет капец. Но я так понимаю, нам нужно туда... Короче, нужно добраться до этого переключателя и активировать свет. Если я не доберусь, там капец. Давай. Я думаю, что мы добрались. Так. Включил. И где свет? Опачки. А вот и свет появился. А вот и... Подожди, к фонарю. К фонарю вон туда, к фонарю лети. Давай повыше. Ну. И... Что это такое? Первая дверь, вторая дверь. Подожди, я открыл первую дверь. А что означает вторая дверь? И третья дверь. Есть ли какая-то в них разница? Или они все одинаковые? Они ведут все в одно место или нет? Я просто все три двери сразу открыл, на всякий случай. Слышали? Офигеть, какое-то огромное... Это что за место-то такое? Так, ты находишься в индукционный сектор. Хорошо. Мы находимся в индукционном секторе. Можно направить направо-налево. Подожди, это прожектор какой-то. Можно направлять направо-налево. Это какой-то шифр. По цветам. Я не пойму пока что, для чего он нужен. Комнаты все закрыты. Синяя карточка. Это то, что мне нужно. Так, еще один переключатель каких-то прожекторов. Так, твоя мотивация, жизнь, серьезно, типа ивентов, игры, выполни задание какое-то. Какое задание я нафиг должен? Подожди, кассетушка. Кассетушка мне нужна. Кассетушка мне нужна. Что еще можно здесь найти? Так, подожди, еще один какой-то шифр. Синяя, старт здесь. Четыре кресла. Какая-то головоломка. Короче, ребят, у нас тут будут какие-то головоломки, я понял. Нужно будет сейчас, походу, что-то расставлять. Подожди, активировать какую-то фигню. Пока что ничего не активируется. Пока что я вообще не могу. Короче, нужно будет что-то активировать, что-то переставлять. Огромная какая-то доска, но нам нужно вот сюда. Мы подняли синюю карточку, нам нужно пройти явно вот сюда. Ага. Надеюсь, сейчас не выскочит какая-то дрянь. Здрасте. Они ушли? Кто? Не трогай меня. Не трогай. Не бойся. Я не причу тебе беда. Ага. Я помню прошлой части. Я помню прошлой части. Ты хотел меня убить. Я и так достаточно навредил. Ага. Я знаю, что это не искупает того, что я сделал и пытался уничтожить тебя. Но мне жаль. Мне правда жаль. Да нифига тебе не жаль. Пошел нафиг. Ага. Я не знаю, что на меня нашло. Я просто... Я не мог держать себя. А ты мудак. Пытался меня убить. Я прекрасно знал о последствиях, но все равно рассказал эту дурацкую шутку. И теперь королева, возможно, мертва из-за меня. По факту! Ты меня не убьешь? Вроде не убивает. Хорошо. Это хорошо. Я не буду винить тебя, если ты не простишь меня. Но я буду очень благодарен, если ты простишь. Просто знай, что я сделаю все возможное, чтобы искупить свою вину. Хорошо. Иди вот тех малых загоняй на место. Ты их выпустил с королевы, иди теперь обратно загоняй их. Ты здесь для того, чтобы найти выключатель в комнате, где находится скипетр, верно? Он здесь, но он внутри этого шкафчика. Я не могу понять, что делать. Ага, и мне нужно разобраться, да? Так, и что ты мне предлагаешь? Он находится внутри этого шкафчика. Нам нужно что-то включить.
Мы что-то активировали. И чё? Я что-то активировал. Активировал вот эти штуки. Так, старт находится... Старт находится здесь. Во, я фоткал, короче, на телефоне, и все. Вот эту штуку, потому что внизу, мне кажется, то, что внизу мне сказано, это все фигня. А какие-то лампочки непонятные. Так, смотри. Первое, зеленый-синий. Зеленый-синий, голубой-голубой. Голубые рядом должны стоять. Вот. Зеленый-синий, голубой-голубой. Синий-голубой. Синий-зеленый. Вот это активируем. Ага. Дальше. Два синих и два голубых. Напротив друг друга. Но это вот это однозначно. Короче, я разгадал, как это работает. Два голубых напротив друг друга. И два зеленых. Ну вот они. Это зеленые, если что. Так, и два зеленых рядом. Голубой и синий. Но это один остается. Вот. Во-во-во-во-во-во-во. Я что-то открыл. Я что-то вот здесь открыл. Ребята, я что-то открыл. Я все-таки понял загадку, как разгадывать. И что я здесь открыл? Опачки. Это у нас секретный документик. Хорошо. И что мне это дает? И что мне это нафиг дает? Я пока не понял. Так. И что, здесь загорелось что-то? Вообще ничего не загорелось. Это мы только нашли секретный документ. Да? Так, подожди. У нас есть зеленая лампочка. Нам нужно, чтобы лампочку сделать зеленой. Правильно? Нам нужно лампочку сделать зеленой, поэтому нужно сделать все правильно. Все. Так, смотрите. Два голубых, два зеленых напротив. Это вот это. Дальше. И последний. Два голубых напротив и два синих напротив. Ну вот они. Опачки. Я застрял. Я что-то открыл. Все, я разобрался. Привет, братишечка, я разобрался в этом шифре. Я красавчик. Так. Следующая загадка. Нужно что-то светить. Потемнело. Чтобы ты не планировал делать при таком тусклом свете, делай это быстро. Шалуны не знают пощады. Мысли. Подожди. А, я понял. Мы должны сделать на экран. Тихо. Должны вывеску сделать вот сюда. Не-не-не. Так, обратно. Обратно. Я надеюсь, шалуны меня сейчас не сожрут. Мы должны зажечь все лампы. То есть мы зажгли только одну. Я понял. Вот теперь, чтобы синюю зажечь, нужно теперь по-другому расставить. Ага, я понял. Спасибо. Я же мог подсветить вот это место квадрокоптером и не париться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Все, два голубых рядом, синий-зеленый. Голубой-зеленый. Вот это. Ну и последнее, все. Последнее тут не ошибешься, потому что один стол остается. И... Хорош! Красная лампа, ребята, зажглась. Так, теперь вот эта дрянь лети туда, подсвечивай. Ага, спасибо. Сейчас. Красную лампу направим. 5 секунд. Короче, надо, чтобы надписи совпали. Хорошо. Ну, почти совпали. Нормально. Сейчас мы, короче, осталось последний свет. Ну, последний свет сделать, ребят, смотрите. То есть мы должны с вами сделать 3 прожектора актив... Боже, как это сложно. Зачем вы такое придумали? Так, последний остается. Вот. Ну, я уже профессионал, ребят. Так, дальше. Два голубых рядом. Два голубых рядом, это вот здесь. По креслам. И что у нас еще остается? Два зеленых напротив, голубой и синий. Два зеленых напротив, вот это. И, ну, остается последний стол не активирован, это вот этот. Все. Четко. Все, синяя лампа зажглась. Для чего все эти разноцветные огоньки? Да подожди, нужно вот так сделать. Не-не-не, подожди, не туда. Сейчас. Нужно совместить их. Все, смотри, совместил. Так, подожди. У тебя есть 8 секунд. 6, 5, 4, 3, 2. Я спрятался. И что? Я спрятался. Нужно подождать, пока не закончится видео, которое играет снаружи. Что за видео?
А что за видео? Don't say не говори ни слова. Word. Хорошо. И что? Hello. Привет. Кто-то есть здесь? Friend, это твой друг, Бан-Бан. Мне нужна твоя помощь. Он уже вышел? Даже не думайте Don't открывать эту дверь. А почему нет перевода? Открывай. Не надо. Открывай. Открыть? Открывай. Ну, открыл. И что? Иди сюда, дитя. И чё? Ну... Что это было? Нафиг вообще? Зачем я открыл? Мне надо было послушаться, не открывать? Плохая идея была. Я так и не понял, кто меня захавал, но меня кто-то захавал. Надеюсь, я заново не буду расставлять эти штуки. Так. И... И что? Ай-я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 й
мной. Да меня не... Что-то приближается. Что это такое? Что это так... Да меня не пустили... Меня не пустили в дверь. Алло, меня почему-то не пустили в дверь. Почему меня не пустили? Можно мне было сразу забежать? Я бежал со всех ног. Короче, нужно перепрыгивать столы, пытаться... Так, я бегу. Я уже бегу. Я прыгаю, я бегу. Я понял, что что-то приближается. Там вот эти твари маленькие. Меня просто в дверь не запустили. Ух, я успел. Фух. Так, нужно подождать, пока не закончится. Я понял, что видео снаружи играет. Да, я понял, что нужно подождать. Я жду. Я жду, никуда не пойду. Молчу. Привет. Так, мы это уже видели. Так, я понял, двери лучше не открывать, ребята. Ни в коем случае. Незнакомым людям не открывать двери. Он уже вышел? Даже не думаю открывать эту дверь. Да, я уже понял, что нельзя открывать. Ты на меня пялишься. Открывай. Нет, не открою. Открывай. Не открою. Не открою. Не открою. Отвали. Пошел нафиг. Дрысни. Свет снова включается. Я думаю, что видео заканчивается. Ага. Все хуже, чем я думал. Это все из-за меня. Да. Мы должны вернуться туда, откуда вы пришли. На обратном пути я придумаю несколько шуток, которые отвлекут шерифа и не дадут ему уничтожить меня. Ага, шерифа ты боишься, да? Понятно. Так, и что теперь? Опачки, кнопочка. Первая кнопочка есть. Активировали. И мы, получается, можем свободно пройти, правильно? Все, проходим, ребятки, дальше. Все, то есть мы здесь активировали. Нам здесь больше делать нечего. Это мы прошли, получается. Какие-то голоса. Так, они автоматически работали. О, шерифчик, здорово! Я смотри, кого привел. У тебя хватает смелости явиться сюда, Bitter Girl. Я должен вывести тебя на чистую воду. Неужели ты думала, что я позволю тебе войти сюда? И посмотрите, кто это. Мой партнер по борьбе с преступностью, оказывается, сотрудничает с самым разыскиваемым преступником за моей спиной. Да не ручи. У меня было плохое предчувствие, как только я вас увидел. Я хотел использовать тебя, как приманку для других преступников, но королева настаивала, чтобы вы мне дали себе шанс. Надо было довериться интуиции, как обычно. И я был прав. В смысле прав? Правда, вы лучше уйти. Ваша судьба здесь будет не лучше, чем там, с шалунами. В смысле? Мне не нужны партнеры, я найду маленького клюва. И вместе мы избавим мир от таких монстров, как ты. Да угомонись ты! Нифига себе. Он бамбалину схавал! Я спасу тебя! Да стой, там темно! Куда уходим? Нифига, там прыгнула эта дрянь, напала на бамбалину, захавала ее. О, Стингер Флинн? Привет! А ты что здесь делаешь? Okay.
Ладно. Пока что в безопасности. Вот и все. О, это вы двое. Дуэт разрушения. Разве не из-за вас все это произошло? Нет. Да, и я планирую это исправить. Ух! Тех, кого ты хочешь увидеть, чтобы искупить свою вину, уже нет. Так в чем же смысл? Братиш, нормально все будет. Как вы вообще разговариваете? У медуз нет мозгов. Надо пойти включить другие кнопки на двери. Далее отправимся в сектор потенциальных возможностей. Хорошо. Так, то есть мне нужно идти кнопки включать, да? То есть мне нужно идти включать кнопки. Я вас понял. То есть нужно еще две кнопки активировать. Подожди, а на крышу никак нельзя забраться этого дома? Я бы хотел больше сильно залезть. Так, этот ушел. Чебурек. Нам нужно сюда идти. Так, подожди. Квадрокоптер, ты мне нужен вот здесь. Лети сюда, пожалуйста. Включай мне фонарики. Можешь лететь прямо? Ты какой-то кривой. Давай, лети! Вот, а теперь прямо. Тебе нужно вон туда. Отлично, молодец. Я не знаю, что там будет прямо, но пока я нахожусь под своим квадрокоптером, мне ничего не угрожает. Я надеюсь, что это так. В игре мне сказали, что если у меня есть свет, то все хорошо. Опять детские голоса. Я включу, подожди. О! Карточка. А ты чё? Это что мы сделали? Так, я не могу активировать, нету... Не работает! Эта фигня не работает. Шляпы не работают. Ладно. Карточка у нас в любом случае есть. Мы идем дальше. Ух! Ну что, ребят? На этом, я думаю, серию можно заканчивать. Стоят два вот этих типа. И вы узнаете, что же было дальше в следующей. Поэтому обязательно ставьте лайки. Чем больше лайков, тем быстрее новая серия. Всех люблю. Покедова.